приехали во Флоренцию и хочу с вами поговорить не про достопримечательности Флоренции именно, а про другую вещь, это еда. Потому что есть уже огромное количество видео про достопримечательности во Флоренции, я уже снимал эти видео, но почти никогда не показывал еду. А еда во Флоренции, она очень вкусная, очень классная. Первое место, которое мы посетили, это пиццерия Ливио. Можете набрать в гугле, она по-любому есть на TripAdvisor, написать «Ливия пиццерия Неаполитана». Это неаполитанская пицца на тонком тесте, она просто невероятно вкусная. Вот. И, в принципе, цены тут такие достаточно демократичные. Плюс тут еще очень вкусная тирамису. Все это мы сейчас возьмем, попробуем. И, наверное, просто посмотрим, что тут еще можно попробовать во Флоренции интересного и вкусного. Ждем нашу пиццу. Мы заказали quattro formaggi и quattro stagioni. И два тирамису. Попробуем, покажу вам эти пиццы. Принесли нашу пиццу. Выглядит просто супер аппетитно. Пицца режется ножом, но при этом едят пиццу руками. Вот это quattro formaggi, это quattro stagioni, а вот quattro formaggi. Пицца просто была великолепная, мы теперь ждем тирамису. Немножко про пиццу. Пиццерия основана неаполитанским шефом, поэтому это делает неаполитанскую пиццу на тонком тесте. Вот. И она делается очень быстро. Продолжение нашего заказа, тирамису. Вот. Выглядит вот так. Судя по предыдущему опыту, это было супер. Да, учитывая нехватку сыра в России, эта тирамису просто настолько насыщенная. Именно обычно у нас какие-то они жиденькие такие, тут прям супер насыщенная. Невероятно вкусная. Кстати, по ценам. Пицца в среднем стоит 8 евро, а тирамису стоил 4 евро. Такие средние, можно сказать, итальянские цены. Да, может и есть и другие места более дешевые, но здесь просто супер вкусно, поэтому обязательно заходите. Так, смотрите, какой ориентир. Тут рядом находится вообще центральный рынок именно. Вот. И сама вывеска, сейчас я покажу, как выглядит. Вот еще один ориентир, это питьевой фонтанчик, смотрите. Вот, питьевой фонтан. И вот так выглядит пиццерия вообще. Вот написано «Ливио». Кстати, еще один лайфхак для Италии – это питьевые фонтаны. То есть все, что вам нужно для Италии – это бутылка воды пустая. И везде, в принципе, в любом городе вода питьевая, ее можно набирать из этих фонтанчиков и пить. Так, ребят, следующий лайфхак по поводу воды, просто лайфхакерский лайфхак. Находите, где во Флоренции площадь со статуей Давида. Вот я сейчас рядом почти с ней нахожусь. Вот, наверное, сейчас будет видно. Вот он, видите, сзади? Вот он сзади, да? Вот он парень этот, вот это. Да-да, Давид. Вот, идете от него. Если вы смотрите на него, слева от него подходите. Вот, видите, где статуя Посейдона. И заходите, обходите эту статую, заходите за нее, сбоку здания. Вот, смотрите, мы обошли Посейдона, и теперь просто смотрим вот сюда. И вот они, фонтанчик. Вот эти фонтанчики, они с питьевой водой, и она просто очень-очень вкусная. Просто берете, и бесплатная, ко всему прочему. Берете свою бутылочку, набираете, и все, и ходите, пьете, наслаждаетесь. И это минеральная вода. Она просто невероятно вкусная. Понимаете, насколько здесь вкусное мороженое во Флоренции. На улице холодно, уже градусов 18, мы пришли есть мороженое. Место называется Растрега Начола. Вот, тут очень вкусное мороженое, просто суперское. По ценам выходит маленькую 2,80, вот средний размер вот такой, вот он стоит 3,80. Просто очень вкусно. Мороженое в Италии – это один из мастхэвов, который вообще вы должны сделать. Никогда его не берите в туристических местах, и когда вот эти вот
емкости открытые, нужно, чтобы они были закрытые, потому что эти емкости впитывают другие запахи. А мороженое во Флоренции – это вообще 100%. Ребят, еще один дешевый вариант питаться в Италии, да и вообще в любой стране – это супермаркеты. Можно закупаться в них вполне недорого. Я уже делал такое видео из Берлина, где показывал цены в супермаркете. Вот сейчас мы заходили в супермаркет, называется Carrefour или Carrefour, я не знаю, как правильно. Вот, и купили себе сэндвичи и газировку. Один сэндвич стоит где-то 2,50, и газировка Сан-Пеллегрино стоит 60 центов. То есть на человека это где-то в районе 3 евро. Вот смотрите, вот такие сэндвичи. Большой достаточно, вот второй. Один у нас с лососем и сыром Филадельфия, а вот этот с креветками и рукколой. И газировку сейчас тоже покажу. Вот такая газировка. Классная, у нас она вообще стоит где-то рублей 150, а тут стоит 59 центов. Вот это лимон и мята, а это фига или апельсин, по-моему, что ли? Да, это фига и апельсин. Вот, так что есть такой лайфхак, если у вас небольшое количество средств, можно питаться и закупаться в супермаркетах. Мы вообще каким образом действуем? Один прием пищи мы покупаем что-то в кафехах, в ресторанах, именно там пиццу, пасту. Вот. А завтрак и ужин мы покупаем в супермаркете. То есть, там, например, мюсли с молоком, с йогуртом, ореховые пасты, да, мюсли стоят 2 евро, йогурт, там, 2 банки йогурта стоят 1 евро на двоих. Спасибо, что посмотрели это видео, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Пока!